Паула Коэлия. Все говорят в спину что угодно, а в глаза что выгодно. Наиболее грозное оружие – это слово, которое разрушает жизнь, не оставляя следов крови, и ее раны никогда не зарубцовываются. Каждый человек на Земле, чем бы он ни занимался, играет главную роль в истории мира. И обычно даже не знает об этом. Так что же такое успех? Это возможность каждый вечер ложиться спать с миром в душе. Избегать проблем, с которыми вы должны столкнуться, это избегать жизнь, которую вы должны прожить. Ребенок может научить взрослого трем вещам: радоваться без всякой причины, всегда находить себе занятия и настаивать на своем. Не тратьте свое время на объяснения, люди слышат только то, что хотят услышать. Что случилось однажды, может никогда не повториться снова. Но то, что случилось два раза, непременно случится и в третий. Если ты способен видеть прекрасное, то только потому, что носишь прекрасное внутри себя. Мы никогда не можем судить о жизни других, потому что каждый человек знает только свою собственную боль и отречение. Одно дело чувствовать, что ты на правильном пути, но другое думать, что твой путь единственный. Любовь – это ловушка. Когда она появляется, мы видим только ее свет, а не ее тени. Дойдя до конца, люди смеются над страхами, мучившими их в начале. Лучший способ узнать и уничтожить врага – это стать его другом. Всякий раз, когда вы хотите чего-то достичь, держите глаза открытыми, сконцентрируйтесь и убедитесь, что вы точно знаете, чего хотите. Никто не может поразить цель с закрытыми глазами. Если мы не оправдываем чьи-то ожидания, в ответ получаем негодование. У всех своя правда жизни, но никто не верит в нее. Для того, чтобы осознать потерю, сначала нужно испытать искреннюю привязанность. Вся жизнь человека на Земле заключается в этом – искать вторую половину. Неважно, делает ли он вид, что идет вслед знаниям, деньгам или власти. Любая цель, которую он достигнет, будет неполной, если он не смог найти свою вторую половину. Иногда ты должен побежать, чтобы увидеть, кто побежит за тобой. Иногда ты должен говорить мягче, чтобы увидеть, кто на самом деле прислушивается к тебе. Иногда ты должен сделать шаг назад, чтобы увидеть, кто еще стоит на твоей стороне. Иногда ты должен делать неправильные решения, чтобы посмотреть, кто с тобой, когда все рушится. Тот, кто попытается завладеть цветком, увидит вскоре, как он завянет и потеряет свою красоту. А тот, кто всего лишь любуется им на лугу,
получит его навсегда. Любят, потому что любят. Любовь доводов не признает. Люди никогда ничего не учат. Когда им что-то говорят, они должны выяснить это сами. Если у тебя хватит смелости, чтобы сказать «прощай», жизнь наградит тебя новым «привет». Используй каждое мгновение, чтобы потом не раскаиваться и не жалеть о том, что упустил свою молодость. Господь посылает человеку испытания в любом возрасте. Я узнал, что ожидание – это самое сложное, и я хочу привыкнуть к этому чувству, зная, что ты со мной, даже когда ты не на моей стороне. Иной раз легче добиться ответа молчанием, чем задавая вопросы. Не надо бояться неведомого, ибо каждый способен обрести то, чего хочет, получить то, в чем нуждается. Когда вокруг тебя одни и те же люди, то как-то само собой получается, что они входят в твою жизнь. А войдя в твою жизнь, они через некоторое время желают ее изменить. А если ты не становишься таким, каким они хотят тебя видеть, обижаются. Каждый ведь совершенно точно знает, как именно надо жить на свете. Изменение – это всегда страшно. Но никто не изменит за вас вашу жизнь. Вы понимаете, какой должны сделать выбор, но несмотря на страх, движетесь вперед. Это главное правило успеха. Большая мудрость жизни заключается в понимании, что мы можем властвовать над теми вещами, которые стремятся поработить нас. Никто не теряет никого, потому что никто никому не принадлежит. Это настоящий опыт свободы – обладать самой важной вещью в мире, не имея ее. Твои глаза показывают силу твоей души. В цикле природы не существует ни победа, ни поражение. Существует движение. Любовь не может мешать человеку следовать своей судьбе. Если же так случается, значит, любовь была не истинная, не та, что говорит на всеобщем языке. Осознание смерти дает нам силы жить дальше. Нашей душой управляют четыре невидимые силы – любовь, смерть, власть и время. Когда мы любим, мы всегда стремимся стать лучше, чем мы. Когда мы стремимся стать лучше, чем мы есть, все вокруг нас тоже становится лучше. Не пытайся быть полезным. Старайся быть самим собой. Этого достаточно, и в этом суть. Никто не может владеть всем тем прекрасным, что есть на земле. Можно лишь познавать его и любить. Все всегда заканчивается хорошо. Если все закончилось плохо, значит, это еще не конец. Если человек действительно чего-то захочет,
то вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы его желание сбылось. Я не стучусь в закрытую дверь. В ответ я молча закрываю свою. Я не навязываюсь. Мир огромен, и там уж точно есть тот, кто счастлив, получая именно мое общение, мой взгляд и мою улыбку. Я не ревную. Если человек твой, то он твой, а если его тянет еще куда-то, то ничто его не удержит. Да и тем более, он не стоит ни моих нервов, ни внимания. Жизнь – это всегда ожидание того часа, когда дальнейшее зависит лишь от твоих решительных действий. Величайший дар, который мы получили от Бога, это власть над нашими решениями. Не забудьте поставить лайк и подпишитесь на наш канал.